хочу вам показать, как меняется экран. Посмотрите, пока машина тут едет сама, мне нечем заняться. Вот, значит, можно менять вот так. Он показывает, куда вы едете. А, вот карту показывает вот там и здесь. Только не знаю, зачем это. Показывает, какие G-силы, то есть там повороты и так далее. Но видите, у меня я ничего такого не делаю, чтобы машина разгонялась очень сильно. Вот. А что у нас еще здесь есть? Давайте посмотрим быстренько. Или он ничего не будет показывать. Так. Значит, вот это... А, еще вот так может быть. Видите, он показывает, что спереди машина стоит, он ее показывает там. Можно так. Но у меня спереди там видно, поэтому я это не ставлю. И все. Вот это вот, как он может показывать.